Здравствуйте, меня зовут Наталья Богданович. Я преподаватель китайской живописи Гохо, стиль Сии. Когда я говорю «тигр», какие ассоциации у вас возникают? Сила, мощь, рывок, рык. Не случайно, ведь тигр – самое крупное млекопитающее из отряда кошачьих. Тигр – бог войны и бог смерти. Но принимая во внимание, что в китайской философии в каждой концепции уже гнездится зародыш его противоположности, мы узнаем, что бог смерти становится великим преобразователем, творцом, замыкающий вселенский круг бытия. На курсе мы узнаем, если вы хотите нарисовать тигра, с чего начать? Узнаем строение тигра, как закомпоновать, как расположить его на листе бумаги, с какими природными пейзажами рисуют тигра в Китае. Я приглашаю вас на свой новый онлайн-курс «Тигры». До встречи на курсе!